Еще очень распространенная модель поясов для шуба – это так называемые ремни-кушаки. Ну, история этих ремней уходит, я думаю, чуть ли не в каменный век, когда брали кусочек чего-нибудь, шкуры, кожи, завязывались на поясе и получали ремень, пояс. Это, в принципе, то же самое, только чуть поаккуратнее сделано. Кушаков много, много кто их делает, на самом деле, очень много и в интернете, и в магазинах. Единственное, хочу сказать, что все они разные, просто знайте это, что они разные. Во-первых, кожа, да? Кожа, то, что использую я, это самое мягкое, чуть плотнее, чем перчаточная, потому что перчаточная для ремня тонковата. Это хорошая одежная кожа, очень мягкая, очень эластичная. Потом я делаю их двухсторонними. Если посмотрите на все модели, которые представлены в продаже, ремни бывают разные. Бывают двухсторонние, как у меня, не часто, но бывают. А бывают односторонние. То есть там верх кожа, изнанка замша. Что в этом плохого? Собственно, наверное, ничего. Кроме экономии кожи и кроме того, что у вас он будет более мягкий. Не будет держать форму, скажем так. То есть мягкость – это хорошо, а вот форму он не будет держать – это плохо. И плохо то, что у него у завязочек, когда они завязываются, изнанка, соответственно, торчит. Если там замша, то торчит замша. В моем случае ничего не торчит, потому что везде кожа. Я их делаю на данный момент двух видов. То есть широкая часть, в данном случае 10 сантиметров. Вот здесь вот ширина 10 сантиметров, то есть он спереди одевается, получается 10 сантиметров, на нем узел. Более узкая модель 8 сантиметров ширина. И та, и другая имеет право на существование, потому что зависит от длины шубы, от роста женщины. То есть если женщина среднего роста и в полушубке, однозначно будет смотреться, например, узенькая модель лучше. Если высокая женщина в шубе до пола, имеет смысл померить широкий, скорее всего, он будет смотреться лучше. Еще один вид ремней, в частности для шубы тоже, это ремни-шнуры. Очень лаконичная модель, но и очень простая модель. Но именно из-за этого она требует большого внимания к деталям. То есть очень сложно сделать простой ремень так, чтобы он смотрелся хорошо. Для этого все должно быть правильно и интересно сделано. От фурнитуры, то есть это не должно быть какое-то простейшее там кольцо железное, блестящее или со стразами какими-то. Это будет грубо или пошло. Должно быть стильненькое. В данном случае это вот состаренное золото. Есть у меня черный никель тоже в такой же стилистике. Они разные. В магазине все представлено. Сама кожа очень-очень нежная. Очень нежная. Иначе он будет смотреться... Даже не смотреться, он просто будет грубым. А он должен висеть, он должен струиться. В зависимости от в одетом состоянии. Внутри капроновый шнур. Очень прочный, порвать его невозможно. Снаружи натуральная кожа, он обшит натуральной кожей. Ремень одевается на талию, завязывается самый обычный узелок. Все, вот мы получили вот такой вот симпатичный, стильный, простой, но красивый пояс. Возможны варианты цвета, но лучше всего в черном. Просто это уже я на практике я пробовал другие цвета. Самый удачный получается черный вариант, потому что остальные сложные цвета, не всегда они хорошо себя ведут. Даже белый, вот посмотрите, да, я его сделал с золотом. Ну, так, на мой взгляд, он уступает. Хочу добавить сразу, чтобы не возвращаться к этому,
в разделе «Женские ремни» у меня отдельно вынесена категория «Завязывающиеся ремни». Вот именно в этой категории «Завязывающиеся ремни» вы найдете пояса-кушаки и ремни-шнуры.